Смотрите, друзья, как матерые львы чувствуют себя хорошо в крымской саванне. Львицы, львы. Все дружно очень. Полная идиллия. Эти ребята еще не вышли в саванну, но здесь также все в полном порядке. Лежат, отдыхают. Сытые, ухоженные. Скоро они также будут выпущены на просторы саванны. Чип в своей форме. Животик говорит о том, что чип хорошо питается, он любит покушать. Это персей стройняшка. Персею больше львицы нравятся. Еда для него далеко не на первом месте. Не зря он всегда рядом со львицами. А чип набил животик и лежит, как такой хороший поросеночек. Интересно, когда чип выйдет на просторы саванны, Кай к нему присоединится. Все-таки белые львы, они как-то друг друга больше держатся. Вот такая идиллия предвечернего Тайгана.